отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной и укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силу. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалия змеи сокрытой сей и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Александр Сергеевич.